Мои, снова с вами я, Светлана Ата. Сегодня в этом видео вы увидите о нашей одной из главных достопримечательностей Мерсина, наш форум, торговый центр, Алишвериш центр называют его. Так что, друзья, усаживайтесь поудобнее и смотрите, будет очень интересно. Ну что, начинаем, поехали. Торговый центр состоит из двух огромных частей, из двух половинок. Вот там вот, значит, это первая половинка, а там дальше, друзья мои, это вторая часть форума. Я вам все покажу подробно. Thank you.
мои, находимся во второй половине. Форума. Как красиво. Понравилось вот такое зеркало, я его так давно искала, 80-60 лет стоит. Девочки, как все видно, я увидела все свои морщинки. Представляете? Лучше его не покупать. Перевернешь на другую сторону. А оно так увеличивает, ой. Hey!
Моя слабость. А что это за цветочек такой красивый? Вот такой я посадила, мы в тарсусе взяли корень. Ну, не знаю, пока он мертвый, ничего нет, известий никаких от него. Посадила его в землю. Пока ничего. Какая красота. Кактусы. Ой, как я люблю цветы. Тиффенбахи. Такое тоже хочу приобрести. 139 лир. Ой, ребята, это самый красивый мой отдел. Какой есть у меня. А название не написано, это тоже красивый. Какой у меня был в Грузии. Короче, вот счастье дерево. У меня тоже цветочки скоро появятся. Какие пальмы красивые. Почему? Ой. Смотрите, друзья мои. Гюзель, шаширдым. Друзья, я хочу все это. И не так дорого. Смотрите, цены. Надеюсь, вам тоже понравилось. Смотрите, какие кактусы красивые. Так, и земля. Все здесь продается. Тут тоже красивые очень. Как у меня мечта озеленить свой вот именно балкон такими красивыми, огромными. Не то, что у меня сейчас отростки, но это я все сама как-то. И хочу, мечтаю о таком зеленом балконе. В этом магазине я сделала обозрение, друзья мои. Почта. Все, друзья мои. Симит. Вкусняшка. Тут тоже цветочки. Что? И только это первый этаж. Есть еще внизу гараж. Оттуда вас заходят. И есть также и второй. На третьем этаже кафешка, ресторанчик. А вон внизу тоже что-то есть. А, развлекательный центр, наверное, там дети играют. Смотрите, как красиво. Парнички. Thank you.
На экскалаторе. Вот мы на втором этаже. Видите? Ну что, продолжаю обзор. Смотрите до конца. Находимся на втором этаже. Магазин косметики. Игровой такой отдел. Здесь продается вся техника. Так, посмотрите, друзья. На третьем этаже самый вкусный. Ой, не могу удержаться от этих запахов. Мне вот хожу с камерой, вы можете снять. Попадает все время. А мне не стыдно. А я совсем не стесняюсь. Это самый большой магазин игрушек. Вайкики. Так, ну что, посмотрим здесь, что есть. Новые товары, цены пока. Такие дешевые. Смотрите, Вайкики в вашем городе. Похоже или нет? Вообще я заметила, я была во многих городах Турции и заметила, что Вайкики, потом товар совсем разный, одинакового нету. Мне очень понравилось такой Алишвириш центр в Чорлу. Тикердаки. Очень понравилось, я там много чего хорошего приобрела. Котони, я имею в виду. Только два этажа, еще третий этаж, там кафе, это я не стала вас беспокоить, себя расстраивать, потому что я на диете, и мне трудно будет смотреть, но это я покажу обязательно в следующий раз. Так вот, посмотрите, какой большой ресторан. Надеюсь, вам понравилось, вы досмотрели до конца, до новых встреч, пока, с вами была Светлана Ата. Thank you.